Лужа огромная, покоя не давала никому. После обильных дождей разливалась аж до самого дома. Вот и решила Ольга Злобина не просто ходить по инстанциям, а напрямую обратиться к главе города через СМИ. С женщинами пересечение у нас было с пожилой. Она в этой луже осенью, когда уже все намерзло, она упала, повредила ногу. Константин Сергеевич, пожалуйста, обратите внимание на нашу проблему. Я хотя была на приеме у вас. Тоже ничего конкретного ответа я не услышала. Но сейчас вот просто, пожалуйста, помогите устранить вот эту всю проблему. Тогда градоначальник пообещал – сделаем. И вот с того момента прошло полтора месяца, и на месте, где была лужа, уже идут ремонтные работы. Видно, что сформирована тротуарная дорожка. Она сделана выше по уровню, а значит, вода к дому подступать не будет. Пусть лучше ремонтируют, а так ужасно все. Приятно, что будет чисто, я думаю. После магазина нельзя было дойти. Начались ремонтные проекты по поводу дорог, вот опять же по поводу дендрариума. То есть, на мой взгляд, за последний год обширная территория начала преображаться в нашем городе. Что касается Ольги Злобиной, то она тоже несказанно рада такому преображению, особенно у дома номер 23 в микрорайоне Зеленый Бор. Сейчас Ольга Евгеньевна находится в Полдневой, но прислала нам видео в редакцию. Нас все устраивает. Вот мы хотим выразить благодарность главе города Поспелову Константину Сергеевичу за помощь, значит, Дмитрию Георгиевичу, ответственному за, значит, дорожки, за пешеходные, за построение их, значит, той бригаде, которая в данном времени трудится. Ну и пожелать здоровья. Будет здоровье, значит, мы совместно сможем еще проблемы решать с администрацией. В городе их очень много. А работы на этом участке еще не закончены. В рамках муниципальной программы развития дорожного хозяйства в Полесском городском округе до 2024 года были запланированы работы по обустройству тротуаров по улице Калинина в южной части и в микрорайоне Зеленый Бор 2 в районе дома 23. На эти работы было выделено 2 миллиона рублей. После проведения конкурсных процедур окончательная сумма заключенных контрактов составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Работы будут проводиться в южной части до 31 августа, в северной части запланировано до 30 сентября провести работы. Срок гарантии 2 года. К слову, в южной части тоже сегодня полным ходом идут работы по благоустройству. Здесь создают новый тротуар по улице Калинина от Ильича до Володарского с обустройством ливневой канализации. Долгие годы тротуар был в ужасном состоянии, а после крупных ремонтных работ, которые шли на этом участке в прошлом году, и вовсе пропал. Теперь южанам ходить по этой улице будет комфортно. Много лет ждали, не было тротуара, ничего не было, грязь, постоянно все как-то, не очень. Сейчас очень рады, то, что так сделали, красиво, все, молодцы. Муниципальная программа развития дорожного хозяйства рассчитана до 2024 года. За этот период в Полевском должны благоустроить 112 тротуарных дорожек. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, новости 11 канала.